Всем привет! Очередной обзор по автомобилю. Автомобиль «Развозчик мороженого» Ivecco Daily, на шасси Ivecco Daily 35C11. Спаренные колеса, чем хороша данная модель. То есть загрузить можно смело больше 2 тонн. Вот фургон традиционный Carson Baltic. По 5 дверей с каждой стороны. 9 полноценных отсеков. Первый отсек расположен, в нем компрессор и управление данной установкой. Фургон себя отлично зарекомендовал. Одним из лучших является сегодняшний день фургоном для развоза замороженных продуктов мороженого. Фургоны сами по себе легкие, термоизоляции высокой обладают. Очень долго держат температуру. Температуру набирают до минус 36-37 градусов. И в течение всего рабочего дня поддерживают такие низкие температуры за счет хорошей термоизоляции, за счет плит, которые расположены вверху. И вот они, плиты. Все в хорошем состоянии, плиты. Все полочки, все сделано из алюминия. Стенки толстые. Двери сантиметров по 15, если не больше. Так, по автомобилю. Колеса спарены, как я уже сказал. Резина новая стоит. Кардиан Бизнес, наша российская резина. Фургон сам в отличном состоянии, за исключением недостающего резинового элемента, который мы в ближайшее время, скорее всего, установим. Вот такое состояние по раме, по фургону. Фургон практически без замечаний, без трещин, без сколов. Автомобилю. Значит, шасси красилась вот эта левая сторона, ничего серьезного не было. Было легкое ДТП, тиранулись. Соответственно, нами сделана химическая полировка. Видите, машина блестит, как новенькая. Ну и сама по себе она технически в очень хорошем состоянии. Родной пробег 170 тысяч. Один хозяин был у машины. Салон как новенький. Потолок, панель управления. Из опций стандартные стеклоподъемники, зеркала электрические с подогревом, магнитола есть. Такой салон. Внешне машина очень хорошо выглядит. Сейчас заведем, посмотрим, что там у нее на панели. 169 тысяч пробег родной. Мотор очень тихо, очень мягко работает. Ошибок никаких не горит, ну, за исключением какой-то лампочки. Какая-то подсветка, видимо, не работает. Вот такой скотчик небольшой на капоте есть. Очень чисто мотор работает, очень мягко. В описании будет размещена ссылка на объявление, в которой будет указана стоимость и другие технические данные.
Всем пока.